Здравствуйте. Всем привет. Сегодня я вам расскажу, как мы готовим мидии. Значит, мы берем мидии, у нас был килограмм мидии, закидываем их в мойку. Потом мы берем, сошкребаем с них ножом, большим ножом, волоски. Если мидия раскрыта, вот как вот это, например, видите, она уже раскрыта, ее кушать не нужно. Ее нужно выкинуть, вот мы выкидываем все раскрытые мидии. Все мидии, которые закрыты, мы тщательно промываем, сошкребаем с них грязь, волоски, закидываем в миску. Вот у нас такая большая кастрюля есть. Вот, когда все мидии помыты, мы сюда нарезали лайм. Вот видите, просто нарезали как лимон. Добавили соль. Сейчас мы зальем это все водой, так чтобы чуть-чуть некоторые мидии были не залиты водой до конца. Вот, после того, как мы все это зальем водичкой, мы все это поставим на печку. Так. И все, до кипения довозим, 5 минут ждем, и мидии, в принципе, готовы к употреблению, они должны все раскрыться. Одну половинку мы выбрасываем, вторую половинку, на которой сама устрица находится, сама мидия, мы ложим на блюдо и сбрызгиваем соком лайма. Вот, после этого мидии готовы к употреблению. Могу найти зажигалку, мне кажется. Вот. Ну все, всем спасибо. Все читайте наш блог alohafamily.com. Будет интересно. Печка такая. Вот так вот.